Анна Шмелева-Михайлова заведует Мильковской библиотекой уже 5 лет. До этого успела поработать и специалистом в сфере социальной защиты, и директором клуба, и мастером-ремесленником. Когда ей предложили возглавить библиотеку, она и не предполагала, что нашла свое истинное призвание. Я никогда не думала, что я буду работать в библиотеке. Это для меня был такой, как сказать, скачок в жизнь, потому что я уже на тот момент не собиралась работать, а просто хотела творить. Но просто сидеть в закрытых дверях и выдавать книжки мне было неинтересно. Я начала копать. Самые новые, смелые и интересные находки Анна применяла на практике, экспериментировала и адаптировала идеи под себя. Так появилась творческая мастерская «Старый шмель» – литературно-познавательная гостиная для самых маленьких читателей в гостях у тетушки Совушки, театрально-кукольная студия «Волшебная страна» и многое другое. В первый же год мы взяли большую областную награду, тогда был конкурс «Московский новогодний серпантин». И мы взяли 3-е место. Было смешно слышать, потому что 1-е место был Химкинский парк огромный занял, 2-е место занял Дмитровский Кремль, а 3-е – библиотека деревни Мильково. 3 года назад Анна Шмелева-Михайлова устроила первый экологический фестиваль «Эко-Библиофест». Вместе с ребятами-волонтерами они озеленяют близлежащие территории, сортируют мусор, проводят просветительскую работу с жителями. Посетители поддерживают библиотеку как могут, дарят книги, принимают участие в любых мероприятиях. Что бы я здесь ни делала, если бы я не нашла поддержку читателей, то не было бы этого. Я бы могла бы сколько угодно хотеть это сделать. Библиотечные проекты не раз были отмечены наградами, в том числе премией губернатора «Наше Подмосковье». И вот теперь новая, уже личная победа. Анна была признана лучшим работником библиотеки в конкурсе на соискание премии губернатора Московской области «Лучший по профессии». Там оценивалась работа библиотеки в общем, под моим руководством. И оценивалась я как профессионал. Какие были достигнуты результаты, сколько их, какое посещение читателей. Оценивались соцсети, оценивалась работа в общем, планы, перспективы, вот все. Сейчас в Мильковской библиотеке более 600 читателей. Библиотечный фонд насчитывает 7000 книг. Сложно представить, но в библиотеке есть только один сотрудник – сама Анна. И больше всего она мечтает о помощнике, с которым она сможет воплотить в жизнь еще больше интересных идей. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.